Ставлю запись. Угу. Сегодня мы с вами поговорим о препаратах, которые стабилизируют психоэмоциональную систему по китайской медицине. А также еще бегло пройдемся, потому что я не ставила запись в тот раз по системе костей и суставов, и перейдем к практике. Вот, значит, препарат, который стабилизирует психоэмоциональную сферу традиционной китайской медицины, это вот такой вот препарат с очень таким интересным названием. Вот. Название. Ревновага духа, да, то есть восстановление духа. Это сбор, который восполняет недостаток энергии и крови. Вот, поэтому, в принципе, все препараты, которые восполняют недостаток энергии и крови, они все являются стабилизаторами психоэмоциональной сферы. Точно так же, как мы с вами говорили, что препараты, которые стабилизируют работу печени и селезенки, Не, они... ну не видно название, видно только 400 гривен. Ну, терпение немножко можно проявить. А вот, и все будет видно. Вот, и все эти препараты. Просто, Тань, когда ты перебиваешь, ну, когда ты лекцию ведешь, как бы, ну, это не совсем правильно. Вот, понимаешь? Если я так показываю, то здесь можно что-то почитать. Видно же не только 400 гривен. Здесь еще идет описание препарата. Да? Да, видно. Поэтому, то есть, когда ты на лекции, ты как бы приходишь, ну, как сказать, в гости и кого-то слушаешь. Хочешь что-то сказать, когда человек говорит, лучше напиши это в чате. Потому что это ты как бы сбиваешь, понимаешь? Я же не по написанному иду, а я делюсь с вами, Ну, да? я один раз так получилось. Хорошо. Вот. Поэтому все препараты, которые работают на очищение крови, пополнение запасов работы печени, селезенки, восстановление желудочно-кишечного тракта, да, то есть, ну, соответственно, работы сердца. То есть, в принципе, все препараты можно так или иначе сказать, что они являются стабилизирующими препаратами, потому что там, чем отличаются, да, вот все сборы, там, аюрведические, там, китайские препараты, именно сборы, да, они отличаются тем, что они восстанавливают баланс. Вот. И как показывает практика, скажем так, вот что в аюрведе, что в китайской медицине, пить какой-то всего лишь там один препарат и быть в абсолютном балансе, ну, фактически, ну, я такого не видела, да, чтобы такое было. Хотя я такое слышала там от каких-то иногда людей, которые работают там как краниосакральные терапевты, но улучшение, может быть, пойти какая-то динамика, но чтобы совершенно стабилизировался человек, да, и вышел на какой-то прям вот такой закрепительный результат на одном препарате, лично я такого не видела. Вот, поэтому и я вам еще раз повторю, что на практике я заметила, что вот эта вот формула придерживаться пяти каких-то сборов, она работает. Я очень часто сталкивалась с тем, что, допустим, даже в каких-то там дорогих клиниках аюрведических, да, люди уезжают, и им там прописывают там один или два препарата, и это даже бывают какие-то монопрепараты, да. Может быть, они рассчитывают именно на то, что человек приехал к ним, полечился, я так думаю, да, и чтобы в следующий раз он опять к ним вернулся, да, на такую терапию. Понятно, что это классно, побыть в клинике, там, аюрведическая терапия, это супер, побыть в клинике, там, какой-то китайской медицины, где с вами поработают комплексно, там, применят к вам и иглоукалывание, там, работу по точкам. Я, во всяком случае, вам всем желаю, чтобы у вас была такая возможность, да, и финансовая, и временная, ехать и восстановиться, потому что, конечно же, это, ну, дома вы никогда не добьетесь таких результатов,
ну как, или добьетесь, но с приложением максимальных усилий, чем будучи там на стационаре. Хотя я видела людей, которые даже и посещали юридическую клинику там стабильно раз в полгода, но при этом, ну, эмоционально были очень, ну, как бы неуравновешенные. Ну, я конкретных сейчас людях говорю. Может быть, это из-за того, что они на протяжении, я просто знаю этих людей, переживали такую большую драму внутреннюю. Там это был какой-то тяжелый развод с большими деньгами. Люди теряли очень сильно в деньгах и не могли восстановиться таким даже образом. Вот. Поэтому, да, конечно, и в аюрведе, в китайской медицине, конечно, если мы говорим о каком-то более-менее таком серьезном каком-то, да, заболевании и о том, чтобы серьезно восстановиться, конечно, речь всегда, как правило, идет о каком-то стационарном плюс-минус лечении. Ну, допустим, вот как там моя учительница по китайской медицине, то есть она предлагала там приехать, ну и предлагает, да, приехать к себе. Вот она живет в этом самом, в Нидерландах, у нее частная клиника. И она, как правило, говорит, то есть если какой-то есть заболевание, то приезжайте ко мне, ну, минимум на 2 недели. Меньше, чем на 2 недели, она даже не берет человека. Эти 2 недели он живет недалеко от нее, ходит к ней, она его лечит, дает ему сборы. Вот. То же самое с аюрведическими клиниками. То есть там, ну, понятно, вы можете брать разное количество дней, ну, как правило, считается какой-то минимум, это 2 недели, то есть где вы проходите определенные процедуры, массажи, различная работа по точкам, банки, там, герудотерапия. Вот. Поэтому травы, наверное, вот я думаю, что когда речь идет о том, что люди откуда-то приезжают, лечатся, они говорят, ну, мне там прописали там, пить там два монопрепарата, там, ашваганда, там, и там еще какой-нибудь там манджушта. Ну, это в аюрведе, это я говорю конкретно тоже о ситуации. То это, наверное, вот в смысле, что они предполагают, что человек там через 3-4 месяца приедет. То есть там мои учителя по аюрведе, они стабильно сами ездят в эти все клиники там каждые 3-4 месяца. Да? Ну, я, например, у меня нет такой возможности пока, там, каждые 3-4 месяца, пока нет. Ну, во всяком случае, я прилагаю усилия, чтобы дома проводить какие-то все эти процедуры. То есть приучаю себя там и к промасливанию, и к работе по точкам. Вот. И поэтому травы, они помогают нам держать вот один из этих балансов. Поэтому, конечно, хорошо научиться работать с собой руками, да, работать с какими-то точками, хотя бы выбрать 2-3 основных каких-то точки, там работа с почками, с печенью, с селезенкой, с вот этой, да, работа с 7-й чакрой, то, что мы с вами говорили, прогревание вот этих точек, сейчас наступает холодный период. То есть если это делать стабильно, да, хотя бы, допустим, вот вы выделяете себе там, что вы, если у вас есть заболевание, то, конечно, это вы каждый день делаете. Если никакого заболевания нет, если вы просто поддерживаете баланс, то вы можете даже какой-то вот раз в неделю, там, пятницу, я выбираю себе этот день, и я работаю с точками, там, делаю себе там, там банную процедуру какую-то, то, что, ну, то, что вы можете для себя позволить сделать. Вот, поэтому травы это тоже как поддерживающая такая терапия. То есть, если человек не меняет ничего в образе жизни, да, он не меняет свое мышление, если он не меняет свои реакции, если он не улучшает контакт со своим телом, а только пьет травы, ну, это, конечно, результата какого-то там фантастического не будет. Не будет. Фантастические результаты дает только комплексная работа. И в первую очередь, как мы с вами, да, говорили, уже сейчас идет как бы такая волна, это способ, ну не способ, а пробуждение женщин. Если раньше мы с вами слышали и знали, да, о том, что в основном мужчины как бы пробуждались, там просветлялись, то сейчас как раз
идет и возможность, и задача именно у женщин такого высокого духовного развития. Поэтому через женщину может трансформироваться абсолютно вся система. То есть мы с вами как раз здесь о том, что нам нужно осознать себя, осознать свое поведение, свой образ жизни, поменять отношение к себе, стать требовательным в первую очередь к себе и наблюдать за тем, как постепенно у нас будут меняться отношения с окружающими нас людьми, как они будут на нас начинать по-другому смотреть. Я очень люблю читать описания китайских препаратов. Видите, здесь достаточно такой, ну, замечательный сбор, ну, из того, что вы здесь знаете, что здесь есть, да, вот эвкалипт, шалфей. Все эти травы, они очень большого спектра действия. Вот эвкалипт, то есть эвкалипт, эклипта. Шалфей, допустим, ну, его можно даже беременным пить, и это такая трава, да, вот когда детки рождаются, там в шалфее купают деток. Так, аир тоже такая трава очень, ну, многоспектрная, она очень хорошо работает с системой легких. То здесь, по сути, вот каждая из этих трав, она работает конкретно с каждым органом. То есть вот это равновесие духа, то есть здесь затрагивается абсолютно вся система. Вот посмотрите, да, что лекарственный фитосбор является отличным средством восполнения недостатка энергии и крови, укрепления жизненно важных органов системы инь, сердце, легкие, печень, почки, поджелудочная железа. Вот. Что приводит дух Шень в состояние равновесия и покоя, повышение устойчивости стресса. В состав фитосбора включены особые растения. Повилка, бирючина, лимонник. И я вам предлагаю обязательно тоже вчитываться, изучать сборы, потому что тогда вы начнете понимать, вообще мыслить, как работают травы. И у вас уже будет как бы, да, более осознанное такое отношение к травам в целом. Да, это тот препарат, который для равновесия духа. Вот, значит, вот повилка, бирючина, лимонник входит в состав. Это наполнители жизненных соков, укрепляют зрение и слух. Зрение мы с вами, да, это что? Это печень, слух, это почки. Замедляющие старение. Ну, что имеется в виду замедляющие старение? То есть нормализуют метаболические процессы. Потому что что такое старость? То есть это когда все процессы замедляются. Вот, способствует омоложению кожи и цвета волос. Вот, то есть мы с вами оттягиваем здесь седину, вот, оттягиваем сухость кожи, да. Вот, дальше какие травы здесь? Горец, шалфей, аир. Нейтрализуют огненные яды, да, то есть токсины, избыток гормонов стресса. Нужно, да, эклипта и альбиция. Дальше это растения-носители тепла, питающие сердце, успокаивающие дух, дарующие благодатный сон, а также порошок жемчужницы, отличный источник биокальция и других важных микроэлементов, которыми богаты воды океана. Рекомендации к применению. Вот давайте посмотрим. Да, тонизация иньских энергий при наличии пустоты инь. Как мы это понимаем? То есть тонизация иньских. Тонизирует, то есть питает инь. У нас что? Инь это и почки, да, то есть все органы, которые являются инь, это и печень, да, у каждого органа есть инь. Помните, мы говорили, там пустота печени, да? Пустота может быть почек, пустота селезенки. И все эти органы, это органы инь. Понимаете, да, почему это органы инь? Почему я говорю? А есть органы ян. Вот кто как понимает, что такое органы инь, а что такое органы ян? Кто может сказать? Ну, инь это то, что можно наполнить, там печень, почки, а ян это
Ну, такие через что более пижется? плотные, да. Смотри, инь это которые набирают энергию, а ян, которые двигают. То есть у нас получается пузырь мочевой. Это набирает или двигает? Набирает. Я этот и Нет. Почки нет. набирают. Нет. Мочевой пузырь, он все время двигается. Понимаешь, он внутри пустой. Ну, то есть туда наполняется моча, он набрался. Ушла моча, он опустел. Почки, они, ну, вспоминай, ты ж почки покупала хоть раз, да, печень. Это органы, которые запас набирают. Селезенка тоже, она не пустая внутри. А вот поджелудочная, она внутри пустая, по ней движется, да? Желудок, он внутри пустой, туда пришла еда, ушла еда. Понимаешь? Ну да, так мне понятнее, да. Понятней? То есть получается, что органы инь, которые расположены внутри круга, которые выходят за круг, это органы ян. Мы сейчас еще раз это повторим, чтобы у вас это понимание просто, ну, потихоньку вырастало. Ну, вот смотри, вот печень и желчный. Что орган инь, что и орган ян? Как ты думаешь? Печень и желчная. Ну, печень получается инь, а Правильно. желчный ян. Почему? Правильно, да, почему? Потому что ну, печень набирает, а этот желчный двигает желчь. Правильно, правильно. Дальше сердце и кишечник. Что будет инь, что ян? Кишечник будет инь, сердце ян. Нет, Наоборот. конечно. Ну, Кишечник, пошли. сердце Пузыри. же качает кровь, Ян качает, нет? Но в кишечник приходит еда, он как трубочка, понимаешь? А сердце само по себе это такой накапливающий орган. А кишечник, он постоянно двигает энергию. Понимаешь? В печень же тоже, ну, как бы набирается кровь, да? Ну, это надо и понимать, и знать, понимаешь? А дальше это понимание, оно уже сформируется. Ну Давай да. дальше. Селезенка и поджелудочная железа. Тоже ж ты подсказала, что селезенка инь, этот инь, а поджелудочная я. Правильно. Дальше. Легкий и толстый кишечник. Ну, тоже получается, кишечник будет ян, а Да. легкий. Инь, правильно. Дальше. Почки, мочевой пузырь. Ну, почки и инь, этот мочевой пузырь ян. Да. Вот поэтому получается, вот мы читаем, да, тонизация иньских энергий при наличии пустоты. Но, как правило, у нас запасов внутренних мало. Понимаете, вы видели когда-нибудь людей, у которых много запасов? Ну, в основном мало запасов, да? Даже вот человек, вот смотрим на него, лишний вес. Это о чем говорит? У него нет запаса. Поэтому тело само уже начинает этот запас что? Набирать, потому что энергии инь у него нет. А вот. Дальше. Читаем. Прогревание почек. Всем ли нужно прогревание почек? Вот как вы думаете? Ты же говорила, что да. Да. Всем. Да, всем. Вот. Почему? Потому что, как правило, ну, то есть почки, они очень в таком месте находятся, как бы, достаточно уязвимом. Вот. И у всех, как правило, бывает, ну, как бы, многие люди пьют стоя, многие даже едят холодное, пьют холодное, что, по сути, ну, то есть уже нас, ну, как убивают, ну, как
очень деградирует от этого физическое тело. Поэтому прогревание почек нужно всем, да? Восстановление поджелудочной железы. Но тоже я не знаю человека, которому бы не нужно было восстанавливать поджелудочную железу. Очищение легких тоже, да? То есть, в принципе, после любой болезни и во время любой болезни, да, то есть, когда мы начинаем заболевать, очищение легких у нас, вот, допустим, утренние сопли у ребенка. О чем это говорит? Это говорит о том, что у него есть застой в легких или нет? Есть. Есть. Соответственно, есть ли у него застой в толстом кишечнике у ребенка? Похоже, что есть. Будет Есть. 100%, да, будет. Понимаете? Можем ли мы ребенку давать такой препарат, как вы думаете? Ну да. Ну, конечно, да, почему нет? Дальше. Да. Питание крови при наличии пустоты энергии и крови. Как вы думаете, кому это может не подойти? Есть ли такие люди, у которого... Есть ли люди у нас вот с нашим обычным питанием, с нашим обычным образом жизни, у кого есть, ну, отсутствует недостаток крови? Есть ли такие люди? Ну, похоже, что нет. Фактически, я думаю, нет. Улучшение трофики тканей, ну, то есть обменные вещества, да? Питание и успокоение сердца. Как вы думаете, вот ребенку нужно питать и успокаивать сердце? Как вы думаете? Ну, питать надо, успокаивать, не знаю. Я думаю, нужно. Дети, ну вспомните, что такое дети? Это огонь. Ну, как правило, здоровый ребенок, то куда это огонь? Поэтому детям обязательно нужно и питать, и успокаивать сердце. Вот. Дальше. Укрепление и стимуляция мужской эссенции. Ну, в китайской медицине, в аюрведе вы все время будете сталкиваться, это в обучении, будете сталкиваться с тем, что там так. То есть человек здоров до тех пор считается, пока здоровая его репродуктивная система. Поэтому здоровье человека отслеживается по его репродуктивной системе. Поэтому априори она должна быть здорова. Вот. Ну и дальше вот смотрите, какие тут фармакологические свойства. Антибактериальное, противогрибковое, иммуностимулирующее, мягкое, мочегонное, очищающее токсина, способствующее регенерации клеток, устранение воспаления. Гепопротектор. Гепопротектор, гепа – это кровь, это печень. Нефропротектор почки способствует нормализации уровня холестерина, глюкозы, укрепляет миокард, нормализует тонус сосудов, артериальное давление, свертываемость крови, способствует компенсации недостатка энергии, мягкое, снотворное, успокаивающее, мягкое, снотворное, успокаивающее. Вот. Ну, по-хорошему, да, мы с вами вот поговорим о том, что нам очень здорово соблюдать режим сна, то есть чтобы вот в 10 мы уже засыпали, наши дети, да, и пораньше просыпались, наполненные энергией. Показания к применениям. Головокружение, шум, звон в ушах, нарушение зрения, раздражительность, снижение памяти, другие проявления. То есть вот снижение памяти. Вот если мы говорим, у ребенка понижен уровень концентрации, это же на памяти тоже отражается. Понимаете? Вот вместо того, чтобы его посылать к репетитору, может быть, ему нужно дать такой препарат попить, и у него снизится раздражительность и улучшится память. Вот. А дальше что? Ну, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, атеросклероз, то есть все, что связано кровь, сосуды, да, остеохондроз. Остеохондроз, я уже не знаю, кто у нас, кому такой диагноз только не ставят. По сути, остеохондроз, что мы называем остеохондрозом, если мы говорим языком китайской медицины, это нарушение работы янской энергии. Остеохондроз находится как раз в системе седьмого шейного позвонка. Именно в этой точке, именно в этой точке, вокруг седьмого шейного позвонка скапливается семь
основных янских меридиан. Понимаете? Поэтому эта точка, она и понижает давление, она понижает этот самый, температуру. Да, то есть вот мы с вами говорили, что вот если ребенок заболел, если у человека давление, допустим, да, то есть просто берешь там баночку, ставишь на седьмой шейный позвонок, давление понижается, или там иголочкой проколол, да, кто гирудотерапии, вы знаете, на эту точку ставишь, давление стабилизируется, если высокое давление. Дальше, какие тут показания? Сердцебиение, чувство нехватки воздуха. Это бывает и у детей. Панические атаки, пожалуйста, вот замечательный препарат для работы с паническими атаками, да? Онемение конечности, лица, губ, жажда, приливы жара, ночная потливость, утренний кашель, различные формы вегетососудистой дистонии, ишемическая болезнь сердца, пролап митрального клапана, плохая переносимость физических и умственных нагрузок. Бывает, да, что вот ребенок обязательно он до 12 лет мы наблюдаем за тем, что у ребенка должна быть сильная физика. Да, то есть вот интеллектуальная, ну, как бы интеллектуальная нагруженность до 12 лет считается как бы на втором месте. На первом месте, чтобы ребенок физически был активным и выносливым. Вот формируется такая вот выносливость. Поэтому нужен такой ли препарат ребенку, да, если у него он плохо переносит физические и умственные нагрузки, тяжело. Я думаю, можно, да? Ну, дальше. Тревожность, нарушение сна, бессонница, обилие сновидений, да, когда ребенок спит, дергается во сне, там ему беспокойный сон, частое пробуждение, дневная сонливость, ночной кашель, приступы удушья по ночам, гепатит, холецистит, поджелудочная железа, сахарный диабет, синдром раздраженного толстого кишечника, дисбактериоз, спастический колит, половая слабость у мужчин, патологический климакс у женщин, раннее старение. Вот, и дальше как применять, принимать, да? Вот, внутрь себя 3 раза в день. Вот. То есть перед сном как можно пить. Вот. Все рекомендации, все описано. Пилюли, шарики, 300 штук. Вот. Производитель Китай. Называется, еще раз, равновесие духа. Замечательный препарат. Я его и сама пила, и рекомендовала, и рекомендую. И, ну, хорош, если вы его сочетаете также, ну, там, с чем-то, на чем мы делаем там акцент, допустим, да. Если мы говорим там для ребенка поменьше, то обычно мы говорим про вот этот препарат, который уже не раз мы с вами, я вам его бросала в чат. Сяо Яо Ван. Скажите, кто-то уже покупал этот препарат, пил? А я пока брошу сейчас ссылочку в наш чат с вами. Но это пилюли блаженства, которые Да. я сейчас пью. Ну и как? Вот что ты можешь сказать? Как они тебе? Типа. Ну, я не могу сказать, что я прям вот как-то отследила. Ну, может, я еще мало пью, я еще меньше месяца пью. Может, сильно все запущено, но я не могу сказать, что прям вот какой-то такой, вот я эффект отследила прям вот сильный. Но у меня стало меньше болеть сердце, да, вот у меня Это немножко снизился. не сильный эффект, да? Меньше стало болеть сердце, это какая-то Но это. оно не перестало болеть, оно стало меньше болеть. Но это же нормально. Ты понимаешь, ты Ну, пьешь всего месяц. Ну, понимаешь, смотри, вот сейчас и важный просто идет разговор. Я хочу сказать вам, что в работе с собой, как и в работе с людьми, одно из самых важных – это уметь радоваться маленьким переменам. Наша вот эта безумная, ориентируясь на какой-то фантастический результат, она очень, как тебе сказать, она очень иллюзорная, неправдивая, да? Вот, ну, как мы уже как взрослые, там, пожившие люди, мы понимаем, да, хочешь, как говорят, да, что там та-та-та,
любые саночки возить. То есть, ну, потрудиться бы надо, да? Стало чуть-чуть меньше болеть сердце. Разве это мало? Давай подумаем. Ну, это отлично. Я вот последние 2 дня замечаю, что, ну, нет вот этого такого сдавливания. Вот. А как ты их пьешь? Расскажи мне, пожалуйста. Я их пью 2 раза в день по 8 шариков за полчаса до еды. Состав. Дудник здесь есть, пион, мята, имбирь, солодка. Он способствует укреплению сердечной чакры, анахата, да, то есть вообще, в принципе, очень полезный препарат, в принципе, сам по себе, если мы хотим, мы настроены на то, чтобы все свои нижние энергии, это крайне важно нам с вами понимать, что нам с вами важно постоянно энергию низа поднимать наверх, да, а чтобы сердце выдержало этот поток, оно должно хорошо работать, понимаете? Вот, и этот препарат, вы видите, он способствует укреплению сердечной чакры. Что значит укрепление сердечной чакры? Это ее расширение имеется в виду, понимаете? Потому что это древние сборы, и тогда, ну, как сказать, этим сбором, составом несколько тысяч лет. Эти составы составлялись еще тогда, когда мы еще не входили в этот период Кали-юги, это делали эти составы, будем говорить, как бы, да, просветленные люди, которые знали, точно понимали, какие травы нас, ну, повышают уровень наших вибраций. Это вот один из этих препаратов. Сяо Яо Ван. Вот. Дальше. Здесь какие рекомендации? Нарушение деятельности центральной нервной системы, неврастения, истерия головокружения. Да, то есть если мы понимаем, что ну, нам как бы маловато, да, вот мы пьем, а стабильности хочется еще больше, да, то мы можем совмещать Сяо Яо Ван с вот этим вот препаратом равновесия духа. Вот, и взрослым по одной пилюле 2 раза в день. Здесь все время мы читаем взрослым по одной пилюле 2 раза в день, постепенно увеличивая дозировку до 4 пилюль в день. Мы все время читаем описание, как пить, потому что разная дозировка пилюль, и там будут разные миллиграммы трав. Понимаете? Потому что есть пилюли, вот здесь 200 пилюль, а есть там, где будет 300 пилюль, и там будет другая дозировка. Вот. Я единственное могу сказать по своему опыту, что я пила разные дозировки. И очень хорошо этот Сяо Яо все-таки, то есть если мы хотим, ну, большего чуть-чуть результата, да, вот ты хочешь там больше почувствовать все-таки какого-то спокойствия, можно пить 3 раза в день. Можно пить три раза в день. Но если ты пьешь достаточное количество трав, да, и тебе, ну, как хочется экспериментировать, пробовать и добавлять, ты можешь добавить еще равновесие духа, поняла? То есть не увеличить количество этих трав, понимаешь, Лена? А добавить, допустим, Да, еще но равновесие. я вчера заказывала, и я добавила конкретно для сердца, там, ну, Молодец. очень Молодец. вот. Ну, А как бы. ты пробуй, экспериментируй. Ты можешь добавить сейчас для сердца, наверное, эти самые ты добавила на F, да, вот этот препарат, как он Не, называется. на F, то уж там Дорого, да? это не дорого. Оно по цене недорого. Оно вот больше там, ну, оно как скорая помощь, мне как Татьяна А, объяснила. судзе, вот эти вот в глиняных горшочках. Да, а вот это вам Обалде, парапшутин. обалденный препарат. Я его обожаю. Он такой, во-первых, он такой вкусный. Да, И... Таня говорила, не пугайтесь, он такой противный. Да? Ну, это кто как... А мне он вкусный, и я как-то так тоже... Ну, видишь, кому он противный. У моего ребенка, короче, мы были на дне рождения у моего сына, да, это было 2 января, были невероятные страшные обстрелы. Я взяла с собой, мы все равно поехали отмечать этот, ну, день рождения. И я, короче говоря, мы сидим, нам повезло, не было даже ни одной тревоги.
Я говорю, ой, у меня с собой есть такие замечательные, короче, ну, типа, пилюли для сердца, хотите попробовать? Такие вкусные, короче, я себе кладу в рот, мне так вкусно. Девчонкам дала, вижу такие у них лица и понимаю, что это только мне это вкусно, ты понимаешь? Короче, ну, да. Ну да, потому что Татьяна говорит, они, конечно, противненькие, но очень эффективные. Я говорю, там уже, говорю, какая Они разница. очень эффективны, и ты даже, ну, можешь пробовать по 2-3 раза в день, либо по 4-2 раза в день, даже можешь не по 6, как там пишут, потому что по 6 прям оно так, ну, попробуй. То есть можешь экспериментировать с дозировкой. Сейчас я вам покажу, о каком препарате вообще идет речь. Но что я вам хочу сказать, вот именно по детям, я вам очень рекомендую вот обратить внимание на вот этот препарат Сяо Яо. А вот для взрослых это такой тоже хороший комплекс, но как добавочный. Да, либо когда вы в стабильном таком состоянии, он очень, ну, то есть видите, тут частые простуды, да, низкая сопротивляемость болезням. Вот, то есть я его Артуру очень часто даю. Боли в грудной клетке, в пояснице во время менструации, рябь в глазах, ринит, заболевание зрительного нерва, болезнь Паркинсона. Ну а лучше, конечно, чтобы не доводить до болезни Паркинсона, еще раз я вам рекомендую все, что связано с головой Альцгеймера, да, Паркинсона, вот это вот все, что связано с тремором, вот таким вот. Это все начинается с пищеварительной системы. Понимаете, наша пищеварительная система должна быть в полном порядке. Поэтому пищеварительная система начинается с принятия себя, с принятия того, что рядом с нами происходит. То есть, когда в нашей системе есть то, что мы не перевариваем, мы можем пить все травы подряд, и нам это не поможет, понимаете? Либо очень слабо поможет. Поэтому работаем с собой, очень важно это понимать. Поэтому посмотрите вот эту лекцию Садгуру с этим доктором по... Как она, мам, сбрось, пожалуйста, сейчас эту лекцию в чат. А ты уже обещала 200 раз и... Ну, по еде, вот Садгуру с вот этим вот ученым они беседуют. Да, я хочу, чтобы вы поняли, чтобы вы послушали еще раз, пожалуйста, что болезни все Альцгеймера, Паркинсона, они не берутся за один день. Это болезни, которые формируются по 14, 15, 20 лет. Вот. Это все хронические заболевания, которые начинаются с кишечника. Вот. И поэтому нам важно, чтобы мы питались правильно, и чтобы мы дружили со своими детьми, дети нас уважали, любили, и мы их уважали, любили, дети могли брать с нас пример, чтобы для наших детей не улица был пример, а мы были примером. Понимаете, это очень такая интересная задача. Так, кто-то руку. Тань, говори. Ну да, я просто не могу понять, подняла я руку или нет. Я уже там поменяла позицию несколько раз. У меня тут все на английском, писать мне только на норвежском. Я Хорошо. хотела спросить, вот этот Сяо Вань, вот этот Сяо, как он там правильно, Яо Вань, я заказала, а надо ли еще вот этот второй, если я сыну? Или надо Конечно. сначала один попробовать? Ну как? Ну, давай скажем так, что у вас случай непростой. Вам надо много пить, и тебе, и ему, чтобы стабилизироваться. Ты мне так и не написала, не ответила на мой вопрос, что это была Ну, ли почему-то температура у него. очень сложно. Он не дается мерить, к нему прикасаться нельзя. То есть, да. Ну, Надо подумать. меняй отношение к себе. Меняй отношение к себе. Не трогай его. Значит, не трогай его. Я не трогаю. Не трогай его, внутри его не трогай. Так, для сердца, как они называются? Даш, а можно вот это для сердца до еды или после еды? Как его вот предпочтительно? Ну, там лучше его не совмещать. А Сейчас. между едой, да? Сейчас тебе скажу. То есть, ну, ты почитаешь вообще какое там описание?
Так как же называется сон? Я не произнесу. А, я могу показать, у меня есть в этом. Сейчас скажу, как он называется. У меня же есть счет вот Сусяо, этот. по-моему, да, су. Вот мне как раз Таня пишет, что мне все Вот они, отправили. да, сусяо, вот он. Угу. Вот, посмотрите, тоже хотела вам показать. Сюда, сюся, сюсинь-вань. Не выговоришь, да. Да, А... смотрите. Сусяо сюсивань, да. То есть это считается как скорая помощь для сердца. И такой был интересный случай. Ну, их было миллион, но один из последних. Значит, клиентка у меня, которая, они живут сейчас в Шотландии. Там же все интересно, у них же там, если тебе плохо, запишитесь, придите к нам через 2 недели, приходишь, тебя обследуют и говорят, о, попейте, у вас это болит, да, попейте там Нурофен. Парацетамол. Ну, Парацетамол они написали. в данном случае сказали, попейте Нурофен, приходите через Это 4 месяца. значит серьезный случай. Да, вот. В итоге у человека через полгода просто пара из лица. Ну, понимаете, то есть это тоже, конечно. В общем, и я говорю, слушай, ну найдите, ну не может быть, чтобы у вас вообще, ну, не было возможности купить какие-то китайские препараты там в этой Англии. И, в общем, заходят они в китайскую лавку и просят же вот эти пилюли. А там явно у человека, во-первых, в анамнезе у него сердечно-сосудистые заболевания по линии отца. Они говорят, мы не можем вам продать, это очень сильный препарат, как бы, ну, у вас есть там чуть ли не рекомендации от доктора. В общем, они не купили этот препарат, в общем, они его заказывали прямо из Китая как-то. Замечательный препарат для пожилых людей, то есть это может быть прям как скорая помощь. Для непожилых, опять же, замечательный препарат, если есть панические атаки, удушье, задышки, сердцебиение, нечем дышать, страх. Вот. Во-первых, вот эти шарики ты во рту кладешь, и ты сразу уже начинаешь чувствовать такой, знаете, как идет эффект вкуса. Вот. Действие его, посмотрите, вот, какие у него действия, да, он успокаивает, облегчает боль, улучшает микроциркуляцию, снижает сопротивление периферийных кровеносных сосудов, ну, то есть спастику убирает, облегчает чувство тяжести на сердце, улучшает состояние при ишемии миокарда, обеспечивает поток ци кровообращения, улучшает гомеостаз, ну, то есть успокаивает сердечную боль, увеличивает объем кровотока коронарной болезни сердца и стенокардии, вызванные застоем ци и гомеостазом. Малые дозы препарата могут иметь незамедлительный лечебный результат. Во всем мире этот препарат получил заслуженное название кардиореаниматор. Вот. За один раз рассасывайте 4-6 пилюль. Но я вам скажу, даже от 4 пилюль вы будете чувствовать очень, ну, хороший эффект, такое расслабление, успокоение. Ну, то есть вот я вам говорю, как это реально вот работает на практике, да, если вот вы такой человек, как бы, ну, вы знаете, да, что вы вспыльчивый, нервозный, там, ну, простыми словами, если вы неспокойный человек, то вам этот препарат здорово очень поможет. То есть вот вместо того, чтобы с кем-то разговаривать в неспокойном состоянии, лучше положить вот 4 там эти, или хотя бы даже 2 пилюльки, под язык, а не в такой красивой. Боже, у меня куча этих баночек уже пустых стоит. Это удобно, красиво. Вот, и почем у них этот препарат 700? А, ну, то есть 3 флакона по 60 пилюль. Ну, нормально, да. Поэтому это тоже обалденный препарат для нервной системы. Понимаете, все, что успокаивает сердце, все для нас это хорошо. Вот. Если у вас ребенок даже, да, вот беспокоится, можно ли дать ему одну такую пилюльку? Ну, конечно, можно. Понимаете? Травами, вот за что я, да, вот люблю травы, нам очень трудно травами навредить. Понимаете? Вот даже если у вас там тяжелые отношения с мужем, допустим, да, и вы вместо того, чтобы выяснять с ним отношения, просто положите себе под язык 2 этих штучки и ему что-то подобное дадите со словами «попробуй, это там
что-то такое очень полезное там, что мне помогает, меня там Потенцию освобождает. поднимаю. Поднимает потенциал. Не, ну, не может, ну, не знаю. Я понимаю, что когда плохие отношения или тяжелая ситуация, то человек ничего с твоих рук не будет есть. Вот, поэтому всегда важно самому быть в спокойном, хорошем состоянии. Вот это вот задача, понимаете? Когда люди видят, что ты неадекватный, с тобой общаются как с неадекватом, тебя боятся, и это плохо. Тебя не любят, и это плохо. Понимаете? Вот. А чтобы нас любили, в первую очередь мы должны любить тех, кто рядом. А как любить тех, кто рядом? Ну, это поменять, во-первых, свои внутренние установки. Понимаете? Потому что когда до тебя доходит, на сегодня, что я вам еще хотела сказать, когда до тебя доходит, что люди, окружающие тебя, твои близкие, да, там твой партнер, они просто тебе транслируют твои же программы, твои же желания, просто немножко в другой форме. Просто немножко в другой форме. Если меня мой партнер не раздражает, не бесит, если я его люблю, он тоже меня любит. Это закон, понимаете, мир так устроен. А если мне не за что любить моего партнера, это моя беда, это моя проблема, это мои установки. Понимаете? То есть то же самое я сделаю с другим своим партнером, возможно, в отношениях. Потому что надо посмотреть, на каких установках я живу, да, как моя мама относилась к мужчинам и относится. Может быть, и моя мама тоже мужчин не переваривает. Я продолжаю внутри себя эту же тему непереваривания мужчин. Любых вообще мужчин. И своего мужа в том числе, да, там своего партнера, своего сына там в том числе. Вот. Что еще хотела вам сказать? На что обратите внимание, потому что сейчас все опять начинают болеть, все эти скорые помощи. Спрей. Сейчас я вам покажу. Ну, как он так, что ли? Просто. Я вам очень рекомендую. А что они не выставили, они, видно, так мне его продали. Они не все выставляют, я такой. Сейчас, секундочку, подождите. Ладно. Вот смотрите, я вам рекомендую сейчас. А, ну это если в гранулах. В общем, вот этот антибиотик Шуан Хуанлянь, да, он у них также есть в жидкой форме. Вот пока есть, я вам очень рекомендую. Ну, в тот раз они мне сказали, что мне они выслали последнюю пачку в жидкой форме. В жидкой форме очень удобно, ну хотя бы в гранулах. Есть и детский, и взрослый. Покупайте их заранее. Особенно, вот спросите, если у них есть спрей. Я просила два, мне они выслали один, потому что сказали, что, ну, как бы там в каком-то ограниченном количестве, типа через недельку там возьмешь второй. Спрей замечательный. Я вам честно скажу, я первый раз спрей взяла, просто так вот вообще попробовать. Во-первых, он приятный на вкус, он такой, ну, да мне опять он приятный. Артуру я брызгала, почему? У них там уже в классе несколько человек уже переболели. Вот поэтому в качестве профилактики, если вы ходите на работу, ваши дети, да, то есть утром после того, как почистили зубы, вот, и этот антибиотик вы тоже можете пить в качестве профилактики сами для себя. И детям тоже можете его давать. Я посмотрю, посижу еще, если есть спрей,
Опять же, я вам рекомендую этот спрей и себе, и детям. Удобно, и вкусно. И не надо полоскать, два раза пшикнул. Вот, потому что, ну, вообще научить полоскать детей рот, это хорошо, в принципе, это делать как бы каждое утро, полоскать солью. Вот, ну, в аюрведе это вообще неотъемлемые такие процедуры, научить полоскать горло, да, то есть, ну, очищать эти самые, как их зовут, гланды, да, а вот, потому что вырезать гланды, ну, это считается вообще как бы, ну, не вариант, и тем более, что горло это пятая чакра, понимаете, то есть, в принципе, ну, как очищать пятую чакру очень важно. Потому что пятая чакра, она напрямую связана с нашей кармой. Вообще все, что связано с горлом, это наша карма, это отработка кармы. Вот, поэтому работать с горлом, да, типа вот как петь, вибрировать, да, там, очищать его солью, чистить зубы, полоскать маслом, это очищать карму. Вот, и если вы знаете, что у вас как бы, да, такая, ну, там не мягкая речь, да, если вы говорите плохие слова, то вы можете начать чистить, очищать свой рот как бы дополнительно, да, для того, чтобы очищать энергетику своей кармы. То есть, по сути, наша речь, она отображает нашу карму. То есть, по речи человека мы понимаем, какой у него уровень действий. Низкие вибрации, очень низкие вибрации. Вот, ну и, а как мы сами по себе, да, отслеживаем понимание, какая наша карма. Просто в течение дня мы отслеживаем, мы чувствуем тяжесть, себя как тяжесть мы чувствуем, да, или мы как легкость. Потому что когда мы как тяжесть, это тяжелая карма. Когда у нас тяжелые мысли, тяжелые постоянные ситуации с нами происходят, это значит, что мы слишком-слишком привязаны к своему низу, мы постоянно смотрим вниз. И это всегда очень тревожно. Это всегда очень беспокойно, это всегда страх одиночества, бедности, неудачи. Вот, потому что это низкие вибрации, понимаете? Вот. И нам крайне важно эти вибрации повышать. Вместо меня никто, понимаете, тут очень по-честному, за меня никто не может это сделать. Даже если мой муж задарит меня миллиардами, я не стану от этого чище. Понимаете? Вот, то есть в этом, ну, в этом плане получается, что все очень сбалансировано и все очень по-честному. Вот. И когда у меня есть ощущение, да, что я все время за кем-то бегу, если во сне, да, мне кажется, что я все время куда-то бегу, это все уровень моих привязанностей. И все эти привязанности, они все внизу находятся. Это то, что нас удерживает внизу. Это есть. И вот работа с собой, она заключается в том, что я признаю, что во мне есть эта тяжесть. Я признаю, что во мне есть эти тяжелые программы. Понимаете? Да, я такой. Это моя очень объемная такая часть. Да, и дальше что я с этим делаю? А дальше нужно просто понять, что вначале я должен себя перепрограммировать из тяжести на средний уровень тяжести, потому что из тяжести сразу вырваться вверх у нас не получается, получается, понимаете? Ну не получается. Или получается? Ну не получается, это невозможно. Понимаете? Это невозможно сразу с этого низа перескочить туда, невозможно. Понимаете? Это такой вот, ну как, вот, как говорят там, типа как выточи себя сам, да? Это постепенный такой процесс. Мы вытачиваем себя, вот как, можно сказать, как из гранита, по чуть-чуть, да, вот. Особенно трудно делать какие-то мелкие детали в себе, да, потому что мы привыкли гнаться за какими-то большими результатами, да, за какими-то... У нас очень большая расфокусировка, мы очень разбросаны везде. Понимаете, нам хочется все и сразу. Это надо понять, потому что низ — это жадность. Да? То есть, когда мне чего-то не хватает, это значит, что я жадный. Вот. И видите, и по сути все органы, они как бы и находятся внизу. Орган, который находится чуть-чуть выше, это какой орган? Почему так важно? Сердце, получается, да?
Да, это сердце. Понимаете, вот легкие, вот сердце туда, вот оно. И поэтому нам так важно делать эти все медитации. Нам так важно работать с этой анахатой, нам так важно правильно дышать. То есть, да, действительно, дыхательные практики, они нас приводят в баланс. Потому что во время того, как мы дышим, успокаиваемся, да, замедляемся. Для начала хотя бы научиться замедляться. Потому что когда мы очень быстрые, скоростные и делаем ерунды, мы очень много делаем ерунды. Даже на уровне мыслей. Понимаете? Вот. Давайте, может быть, еще какие-то есть вопросы сейчас по препаратам. По сути, я вот сейчас отвечала на вопрос, который был от Тани. То есть, какие есть препараты для равновесия, стабилизации психоэмоциональной сферы? То есть, вот, равновесие духа препарат, препарат Сяо Яо Ван и вот этот Судзинь Яо, вот этот препарат Сердечное. сердечный, да. То есть, мы должны быть спокойны. Спокойствие – это когда у меня, как мы говорим, на сердце мне спокойно, да? Вот. Даш, а можно вопрос немножко, ну, как бы, вот флюс, вот что, какая природа флюса, почему он появляется и как его лечить? Плюс это нечистота толстого кишечника, как правило. Снизу, сверху. Верхняя челюсть. Да, это нечистота толстого кишечника. То есть с едой убираем кисломолочное, сахар и убираем, ну, вот этот белый хлеб, булки, вот это все такое. На этот период просто убери это. Толстый, да, кишечник? Толстый кишечник, да. Вот, ну и постарайся, чтобы до 7 часов ты кушала. После 7 не кушай, потому что ты не очистишь толстый кишечник. Добавь ложечку этого касторового масла на ночь. Вот, ну и постарайся, чтобы у тебя была какая-то моноеда, ну типа там утром стабильно там гречка с небольшим количеством там овощей. Или, допустим, вообще можешь только там одну утром гречка, допустим, там, а вечером там, допустим, там рис с овощами. То есть, чтобы ты немножко как соскучилась, ну, вот, по еде. То есть, я скажу так, если вам невкусная гречка, вот я вот по себе это уже знаю, то есть, если мне гречка невкусная, значит, мне надо уже чистить кишечник. То есть, уже... Боже, мне гречка такая вкусная, особенно с этим маслом Ну, кхи. Это же вообще супер. просто как торт. Ну, супер. Значит, ты как бы, ну, стараешься не переедать. То есть я вот всегда себя вот отслеживаю. То есть если мне простая еда невкусная, все, значит, я уже, ну, переела, надо, ну, притормозиться. Вот. Что масло пить нельзя, а касторовое масло можно? Да, касторовое можно. Это чайную ложку? Да, но она должна быть теплая. Перед сном мы его пьем с трифовой. Ну, либо с хитозаном, если у вас есть хитозан. В китайской медицине для очищения толстого кишечника применяется хитозан. Так, хорошо, давайте еще какие-то есть вопросы? Так, я тебе ответила по флюсу, да? Значит, флюс это толстый кишечник. Вот, ну, дальше что еще? Ты можешь, ну, полоскание маслом рот, да? Солью полощешь рот тоже. Ну, то есть, если нам надо почистить, понимаешь, что это надо делать каждые там 4-5 часов. Вот. Самым Да, можно кунжутным. Ну, рот полоскать, да, можно кунжутным. я вчера льняное купила, другого не было. Можно.
Ну, оно просто более холодное, как бы считается. Ну, не было, говорят. Сказали, закажут, но пока нет. Хорошо. Даша, можна вопрос? Давай. А колись говорили, добрий вечір, колись говорили запах із рота дітей. Який препарат би я щось упустила, забула? Так, сколько лет ребенку? 15. Ну, але всегда в дівчатки зубів карісних немає, а Это запах з рота. значит, что есть интоксикация толстого кишечника, инфекция в легких. Вот. То есть что мы здесь, какой мы здесь препарат? То есть мы 15 лет, да, ты говоришь? 15 лет? А с кожей Да. как? А как с кожей? Какие еще симптомы, кроме запаха изо рта? В принципі, ніяких немає симптомів, кроме, ну, запах тільки і все. Але я все время думала, що зуби до стоматолога, зараз просипається опять. Ну, так жалоб немає, куша нормальна. И жалоб никаких больше нет, ничего, да? Ну, значит, а как в туалет ходит? Ну, регулярно. Стул регулярно, все нормально. Угу. А какая еда? Ну, преимущественно. Как питается ребенок? Преимущественно вона в мене така, що м'ясо мало їсть, рибу. Ну, не все їсть переборчиво, але більш на правильному харчуванні слідкує дівчинка за Следить за харчуванням. питанием. Хорошо, вечером что она ест? Смотри, то есть нам надо убрать. Бывает, человек говорит, я питаюсь правильно. Присылает мне вечером он ест там орехи с йогуртом и банан. То есть продукты, которые вечером вообще нельзя есть, допустим. То есть это только с утра и то не всегда, допустим. Поэтому тут надо по рациону, ну, немножко покумекать. Мы в аюрведе, ну вот. Там мы прям об этом больше говорим. Просто иногда бывает, что питание правильное, но не в то время ест человек. То есть с утра мы едим орехи, с утра мы еще можем съесть йогурт, но йогурт совершенно несовместим с бананом, допустим, понимаешь? Или там ребенок кушает творог со сметаной, совершенно несовместимые продукты. Ну, це до екватора. Я знаю, що це їсти до 12, до 3 часов дня. І взагалі, ну, я трошки в другій, скажімо, по медицині вчила, що на вечір жири можна, у кого інсулінорезистентність, то краще жир з'їсти. Ну, жир, це мається в виду горішок чи щось там жирне, чим з'їсти щось, що підвищує інсулінорезистентність. Ну, вечором, допустимо, що вона зараз яйце з'їла, дивилася я, авокадо з'їла кусочок і кусочок маленький сира. Це в неї була вечеря. Вот смотри, на вечер это для нее неподходящие продукты абсолютно. То есть ей лучше на вечер кашу с маслом кхи. Она и наестся, и это усвоится. Авокадо, яйцо и сыр, они не переварятся за 3 часа вообще никак. А жир у нас поступит к ней вместе с маслом кхи. А вот это прекрасно для нее, но завтрак. Ну, Понимаешь, на завтрак у нас є іде каша якраз із маслом кхі. Це на завтрак. А вот это ей лучше на ужин получается, потому что каша уже переваренный продукт, и она за 3 часа до сна усвоится. Понимаешь, авокадо – это продукт капхи, он слизистообразующий. Авокадо мы едим только в первую половину дня. Сыр – продукт капха, слизистообразующий. То есть он добавляет слизи, смазки добавляет. То же самое касается яйца, белок, продукт слизистообразующий. То есть он создает в течение дня у нас накапливается слизь, и под вечер мы не должны кушать продукты, которые слизь добавляют. Это финики, орехи, сыры, ну, эти яйца и йогурты. Все это хорошо с утра. Вот прям полезно, но с утра. Да, там, ну, до 3 часов дня. Все, это все прям полезно, это все усвоится. Семечки. Вечером. Понимаешь, если есть запах, то есть продукты, которые не доперевариваются. И они остаются как продукты распада в толстом кишечнике, и часть тогда со временем поднимается в легкие. Отсюда идет запах изо рта. Как только мы почистим толстый кишечник,
О, то есть что мы здесь берем? Ну давайте вот сейчас конкретно по твоему случаю берем. То есть мы берем, если мы говорим про китайскую медицину, хитозан, и у нее что, есть предрасположенность к сахарному диабету, правильно я поняла? Немає чого, вона А, худенька, нормально. нету, да? Значит, я что-то себе не то. Ні, інсулінорезистентність, то А, я все. розказую, що продукти на ніч, які Все. дають інсулінорезистентність, ми не їмо, то єсть те, що там Смотри, солодке. я поняла. То есть мы берем ей, смотри, хитозан. Ну, его можно и дешевле найти, может быть, здесь сколько капсул, подожди. Хитозан – это из панцирь морских крабов. Восстановить биологическое равновесие путем очищения обменных процессов. Тра-та-та, благодаря, значит, в организме. Ну, почитайте, давайте, чтобы я это, да, то есть это клетчатка, по сути. Он снижает уровень липидов, кровяное давление, сахар, повышает иммунитет, микроциркуляция, адсорбирует лечение ожогов, ран. Воздействие на желудочно-кишечный тракт, как клетчатка, улучшает перистальтику, улучшает, значит, как применяем? По одной две капсулы. Значит, смотри, ну, понятно, не с 5 до 7 утра ребенок спит в это время, обычно нормальный подросток, правильно? Ну, я думаю, она спит в это время. Так. Вот. Блин, я вас не вижу. Ну, ладно. Наташ, как пить? Смотри, пить лучше перед сном. Ты меня слышишь? Просто я вас сейчас не Да, вижу. да, 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 слышу. Смотри, пить перед сном этот хитозан. Ты можешь спросить, есть ли какой-то подешевле. Просто вот эти продукты три девятки, они, ну, как это считается, фирма высокого качества. Вот. Ну, в принципе, сколько... А, подожди, я же не посмотрела, сколько. Я же хотела посмотреть, сколько тут капсул. То есть, если тут... Больше 100 капсул. 100 капсул. То, в принципе, может быть, на курсы хватит этой бутылочки ей, получается. То есть две капсулы перед сном. Понимаешь? Давай я сейчас его брошу. Что будет, что может быть? Может быть, немножко ее погоняет пару ночей в туалет. Ну, то есть можешь ее предупредить. Потому что запах изо рта – это толстый кишечник. Как правило. Вот. И единственное, что пускай начать это надо, я бросила ссылку в наш чат. Смотри, начать это надо пить, знаешь, когда? Сейчас скажу. Ну, типа, вот завтра ей никуда не идти утром, ну, чтобы она понимала. То есть оно может поначалу немножко дать, как бы, погнать чуть-чуть. Покрутить животик. Покрутить животик может. Вот. Что дальше? То есть я бы начала с этого, месяц бы это пропила, вот. И ты знаешь, я бы ей также, как порекомендовала бы, допустим, пропить вот эти сяо яо ван для улучшения работы желудочно-кишечного тракта. И через месяц, вот мы как раз, я поняла, что ты идешь на аюрведу, мы там будем просто об этом говорить. Через месяц я бы ей дала прекрасный сбор, антипаразитарный, замечательный в аюрведе сбор, диданжады. Диданжады. И вот еще бы его там 2 недели пьем, 2 недели перерыв, 2 недели пьем. Тоже это почистит. Ну, он такой, он называется антипаразитарный, он тоже повышает иммунитет, там все просто очень хорошие на него отзывы. И этот препарат, он настолько балансирует систему пищеварения, что человек еще лучше чувствует, что ему нужно кушать. Прям хорошо, прям вот, ну, как сказать, меньше хочется ерунды. Ну, то есть, знаешь, вот если даже там и тянуло, то вообще меньше хочется ерунды какой-то кушать. Все. И запах где-то через 2 недельки, я думаю, уйдет. Вот если начать даже пить вот этот хитозан, оно там вниз этот двинет, этот застой. Это ама, скопление амы. Вот так вот оно чувствуется на запах.
Вот так бы я попробовала. Потом поделишься, как оно получится. Хорошо. А как у нее со спокойствием? Как она вообще? Спокойный человечек такой? Ну, или подавленный человечек внутри? Не, нормально, нормально, просто, ну, трудоголик, сидит, учится тут сейчас самое. Значит, подавленный, значит, очень хочет амбициозное, хочет многого. Тут бы еще в таком возрасте, вообще, если мы говорим про китайскую медицину, сейчас я покажу, что у нас для деток. Сейчас. Сейчас. Трудоголик. А радостная она вообще? Да, нормальная. Нормальная? Шутница, да. Ну, нормально, не подавлена. Так, что-то я тут этого не нахожу. Ну, в общем, радиола. Угу. Радиола. Ну, вообще, она должна быть здесь у девочек. Я ее видела. Ну, так вот с ним. Угу. Амбра, аминокислоты. Двигается мало. Вот. Тоже может влиять. Шо-шо? Я не думаю, что она Это двигается. тоже может влиять. Если она все время учится, значит, не хватает движения. Не, вона ходить на волейбол 3 рази в тиждень. Тут все в меру. Ну, просто що, ну, обична дитина, скажімо, не А, мама на ній. все, нашла, нашла. Ні, ну я розумію, що у такого чоловіка, як ти, ребенок не може бути сидячим там або яким-то. Тут же, понимаете, глядя по родителям, можно сказать про детей, уже предположить, какие они будут. Так, поехали. Вот это. Значит, смотрите, вот для подростков вообще, как бы, в китайской медицине считается, что подросткам очень необходимо пить препараты, поддерживающие сердце. Потому что после, вообще, вот, то есть вот в целом, да, то есть если до 12 лет, да, пока не начался еще там гормональная перестройка, мы пьем все, что поддерживает опорно-двигательную систему, то после того, как начался ну, сдвиг гормональный, мы пьем все, что поддерживает сердце, для того, чтобы избежать панических атак и психических расстройств. Поэтому, то есть китайская медицина считает, что вот в возрасте с 12 лет мы должны сделать настолько комфортным проживание ребенка, да, чтобы он психически рос здоровым человеком. И вот один из таких вот монопрепаратов, который, ну, в комплексе деткам обязательно, даже если с ними все в порядке, то есть рекомендуется пропивать, там вот, ну, 3 месяца пьем, потом перерыв. 2 раза в год по 3 месяца. То есть для профилактики, да, мы говорим. Это вот как раз радиола розовая. Бросаю сейчас тоже в наш чат. То есть это как классика китайской медицины. Она рекомендует обязательно. Ну, еще пыль сосны. Знаете, есть такой препарат? Пылок сосны. Пыль, сосновая пыль. Знаете? Или нет? Может, пыльца. Пыльца, ну, пылок пыльца. Вот, смотрите, радиола, да, то есть она популярна, некоторая таинственность, ведь она растет на поднебесных вершинах планеты, сибирские горы. Значит, антистрессовое, антидепрессантное действие, усиление функции миокарда, и в этом возрасте это крайне важно. Аритмическая функция, кардиопротекция. Ну, понятно, то есть если мы говорим, если дальше это все, что связано с сердцем, также мы назначаем. Адаптогенное воздействие, усиление иммунного надзора, снижение вредного воздействия химиотерапии, повышение спортивных достижений. Собственно, это, ну, твоему ребенку, я думаю, очень подойдет. Защита печени, повышение интеллектуальных функций. Понятно, да, ребенок трудится. Знаешь, как бы я сделала? То есть вот сяо-яо можно ей просто вообще перед сном пить, допустим, да? Или там 2 раза в день. Вот. И упор делаем на вот эту радиолу розовую. То есть повышается сопротивляемость организма к неблагоприятным действиям. Вот, то есть...
при астении, при пониженной работоспособности. Все, я бросила этот препарат. Вот, значит, ну что еще рекомендует вот так вот пропивать? Ну, если мы говорим про комплексно, да, то есть пыль сосны, спирулина, радиола, сяояо, это и маленьким, и взрослым. Так, радиола это как основной идет препарат в этом возрасте. А, вот. Ну и я не знаю, кальций, магний, я думаю, ты это даешь своему ребенку. То есть это три. Да, даю, и спирулину заказала, мы тоже уже пьем недельки Все, две. молодцы, молодцы, ну супер. Вот радиолу добавить, чтобы энергию добавить в сердце, в общем-то, нам надо. Вот и все. Понимаете? То есть вот я надеюсь, что мы с вами дальше вот эти знания все понесем, что оно так сложится, что в школе мы будем это знать, понимаете? Согласны? Мы должны это все изучать с вами в школе, как сохранять и усиливать самое главное. Ведь понимаете, если мы работаем с энергией сердца с самого детства, то ребенок будет не сужаться, да, как у нас с возрастом, какое понимание жизни? Жизнь такая тяжелая, надо спрятаться, закрыться. Ну, я в общем так беру, да, в общем. А ребенок, наоборот, будет расширяться. И травы ему будут в этом помогать. Он будет готовый к этим испытаниям. Мы не можем отменить испытания, но мы можем стать шире, чтобы у нас была возможность пройти через эти испытания, правильно? Ведь вот твоя девочка, зачем она учится? Она хочет больше в этой жизни, правильно? А раз она хочет большего, то и большее с ней будет происходить, правильно? Она автоматически это будет привлекать в свою жизнь. А теперь нам нужна что? Энергия – это большее что? Трансформировать, пройти. Это ресурс, да, чтобы это все пройти. Потому что у нас из-за неправильного понимания, как устроен этот мир, мы говорим, вот, мы столько трудились всего, чтобы у нас что, эти трудности были? Да, когда мы хотим большего, мы привлекаем в свою жизнь, ну, как бы и трудности, и нетрудности, мы больше всего привлекаем. Вот. И нам нужна энергия, чтобы это все у нас хватило силы пройти, чтобы не оставлять это своим детям. Да, почему важно, когда я говорю своей маме, мама, спасибо, боже, какая красивая луна в окно светит. Я говорю, мама, как я тебе благодарна, что ты для меня пример человека, который находит, да, в себе силы, мотивацию все крутить свою эту карму. Понимаете? Потому что когда родители уходят преждевременно, да, и, ну, не отработав свою карму, это 100% ложится на детей. Ну, 100%. Понимаете? Ну, так законы устроены физически. Если родители не хотят никуда смотреть, кроме низа, то этот низ затягивает детей автоматически. Дети бессильны перед этим, перед этой энергией, бессильны. И когда родители это осознают, что у них есть свой ресурс, своя ответственность, свой объем проработки, детям автоматически становится легче. Ну как легче? То есть легче же прорабатывать то, что тебе принадлежит, а не то, что не хотят делать твои родители. Понимаете? Понятно, о чем я говорю? Понятно. Я думаю, понятно, вы же все тут как бы. Понятно. Я хочу только поделиться, я не знаю, что это может значить. Я пробовала давать своему ребенку спирулину, ему было после нее очень плохо. И мне посоветовали клетчатку, но она подруга, она из подорожника, не помню, как называется, на П как-то. Какой-то особенный вид подорожника. Псилиум Псилиум, называется. Псилиум, да, правильно. да? Да. Да, в общем, если у него так боли после еды были просто днем, то после этого подорожника у него прям ночью были колики. Он прям даже проснулся, там переживал. В общем, я перестала давать. То есть получается, что у меня пока что и нет выхода. Смотри, Таня, как мы делаем в этом случае? Это говорит о том, что у него большая внутренняя интоксикация и очень большой внутренний спазм. В этом случае это все начинаешь пить ты. Убираешь это у себя, этот спастику, и он становится спокойнее. То есть это вот тот случай, когда в первую очередь ты работаешь с собой.
Вот я Да, я думаю, поняла, я работаю с собой. Мне надо пить подорожник или хитозан, это тоже, или как минимум, тут да. имеет. Как То минимум. есть то, что надо ему, то надо пить мне, да? В двукратном Хорошо. количестве. И за себя, и за него ты пьешь. То есть, когда ты понимаешь, что ты являешься источником всего того, что происходит с ним, то кому надо это пить? Если ты это понимаешь, я, например, это понимаю, что источником того, что происходит с моим А, то есть ребенком, я это думала, я. кто-то еще и пить надо. То же самое. Я понимаю, что А надо над как? собой работать. А как, конечно. Только так. Ребенок — это отражение в зеркале. Источник ты, ты его родила. Источник являешься ты. И вот когда есть это осознание, понимание, то, во-первых, это дает тебе силы, тогда ты понимаешь, что ты что-то можешь поменять. Ты не в нем должна это менять, ты можешь это поменять только в себе. Вот. Поняла. Давайте я еще спрошу по Давай. поводу обмена веществ. Вот я какое-то время принимала хитозан, и он мне очень сильно нравится, очень мне так помогает. А что еще можно для обмена веществ? А, ты просто побоже присоединяй. Тан, я вот Да-да-да. все, что сегодня сбросила, я почитай. И в следующий раз, просто чтобы мы не повторялись, вот почитай там первые препараты, равновесие духа, А это сяояо. это да, это я слышала это все. А вот ты почитай. А я почему вам говорю? А вы читайте обязательно. Вникайте. И у вас со временем появится это понимание. То есть, когда есть равновесие, и тогда нормализуются обменные процессы. Все начинается со спокойствия. Ну, скажем так, спокойствие — это и есть какой-то, ну, баланс все-таки внутренний. Когда человек неспокоен, мы можем все что угодно делать. Оно не будет работать. Ну, либо настолько будет это незаметно. Вот когда ты неспокойна, у тебя же быстрее все из рук валится. Ну, конечно, да. И мы в этом состоянии не можем даже заметить перемен хороших. Ну, потому что мы так устроены. Когда мы беспокойны, мы просто порождаем беспокойство и видим беспокойство. Мы не можем ничему порадоваться. Мы не можем остановиться, мы не можем замедлиться, мы начинаем создавать новые какие-то сюжеты, действия в своей голове, новые какие-то программы, беспокойства в том числе. Не знаю, я сейчас как-то, ну, понятное дело, так у меня было, вот, и сейчас очень сильно все поменялось, и мне кажется, что я просто очень сильно ушла в молитву какую-то, да, вот, прям так вот, утром, вечером, утром, вечером, утром, вечером, и у меня какое-то пришло полное принятие всего. Вот я живу в каком-то таком полном принятии, это очень тяжело. Но это есть как бы. И от этого как-то, не знаю, ну, иногда даже сама поражаюсь немножечко. Хотела тебя спросить еще про селезенку. И у меня было записано где-то, и я не могу найти препарат для селезенки, вот противотечный какой-то, этот, как он называется? Сейчас скажу, Это подожди. какой-то был вместе с печенью, печень и селезенка, как он... Он называется этот препарат, ну, он как бы не один этот препарат. Подожди, у меня просто мне надо поменять сейчас. Девочки, давайте сделаем перерыв. У меня сейчас просто все пропадет, света нет, и садится этот. Мне надо поменять этот стимулятор. Короче, поняли? Давайте перерыв минут на 15 делаем, хорошо? Мне надо перезагрузиться, у меня все тормозится, я сейчас все выключу там. На 15 минут перерыв, окей? Запись. Итак, давайте еще раз пройдемся, да, кости и суставы. Мы с вами помним, что все, что
образуется на костях из состояния костей, какой орган отвечает? Вспоминайте, вспоминайте, какой орган отвечает? Селезенка. Правильно, почки. За состояние костей отвечают почки. За состояние зубов, это тоже кости, отвечают почки. За суставы, да, их качество отвечает селезенка. Но селезенка у нас всегда, всегда, конечно, мы рассматриваем в паре в печени. Но мы не можем рассмотреть печень отдельно от селезенки, так же, как мы не можем с вами рассмотреть, в принципе, себя как отдельно. Мы изучаем себя отдельно, чтобы понять, как мы устроены, и дальше перейти на более высокий уровень, осознать свою целостность, осознать все эти знания для того, чтобы понять, что вы же не покупаете в доме квартиру, вы покупаете в доме все, лифт, ступеньки, канализацию. Вот мы с вами, это общая система. У нас не работает само по себе сердце, у нас не работают сами по себе почки, ни в коем случае. То есть мы изучаем отдельно, не для того, чтобы понять, что это все отдельно, а для того, чтобы понять, что вся система работает, и это все баланс, это все очень слаженная, единая система. Понимаете? Поэтому я хочу вас увести от такого взгляда, что вот у меня больная печень, я пью препараты для печени. Это все равно, что вы купите только лишь окна в квартире. Понимаете, как вы туда зайдете, как вы будете пользоваться, как вы будете общаться с соседями, потому что ваша жизнь в этой квартире и ее комфорт также зависит от того, какие у вас будут отношения с соседями и какие будут соседи. Да? Если ваша печень будет барахлить, вашему сердцу не будет хорошо. Если ваша печень будет барахлить, вашей селезенке и желудку не будет хорошо. То есть мы изучаем все отдельно. Просто у нас медицина, да, вот, ну, в чем-то, да, вот реклама, да, выпей то-то, будешь здоров. Это неправда. Не выпей то-то, будешь здоров. Не сделай укол, ты будешь здоров. Так не работает, здоровье. Это обман. Это, желание неосознанное, да, у системы увести нас вниз, сделать глухонемыми, рабами, зависимыми, больными. Понимаете? Понимание того, что вся система работает едино, это как фундамент для того, чтобы подниматься выше и понимать, что я это не только тело. Поэтому мы вот с вами учимся, да, это как вот первый, второй класс, чтобы дальше вы чувствовали себя хорошо, понимали, налаживали эту систему внутри и шли дальше в пятый, в шестой, в десятый класс. Учились управлять своими чувствами, эмоциями, развивали свое сердце, любили, дарили любовь, чувствовали внутри теплоту, чувствовали себя хорошо. Мы для этого с вами изучаем это все. Вот. Но в целом, как бы да, дважды два — четыре, мы изучаем. Два состоит из одного. Но два не существует сама по себе. И один не существует сама по себе. Один сам по себе никому не нужна единица. Вот. И дальше, если мы разрушаемся, да, это выглядит вот так. То есть мы усыхаем, мы застаиваемся. Это понятно, и мы это видим на своей физической системе. Поэтому мы не должны с вами застаиваться, усыхать. Если что-то болит, мы понимаем, что уже сильный дисбаланс. Мы должны подумать о себе, как минимум о своем питании. То есть это как программа минимум травы питания, да? Помните, я как-то постила, да? Ну, вообще в аюрведе мне очень нравятся эти все выражения, что дорогой ученик там приходит к учителю, и учитель говорит: послушай меня, моя ученица, жить плохо – это плохо. Если человек живет плохо, это значит, что он далек от жизни, что он избегает жизни. Жизнь сама по себе – это что-то хорошо.
Вот, ну и дальше мы с вами, вот если по отдельности, да, то есть вы будете как подкованы в представлении о себе. Мы говорили о том, как это влияет на наш позвоночник, а мы с вами уже говорили, да, что наш позвоночник это энергетический столб, очень мощный. Физически он выглядит вот так вот, кости, между ними вот эти вот клапаны. И вот эти клапаны, они такие как полужидкие, да, это мягкие такие ткани, жидкие. И они со временем, если у нас нарушается все внутри, они усыхают, они трескаются, они начинают, из них начинает чуть подвытекать жидкость, и эта жидкость может давить на какие-то нервные окончания, и эти окончания начинают болеть. Вот. И наша задача это все понимать и не размышлять, что если мне что-то мешает, я это отрежу. А что если мне чего-то не хватает, нужно привести это в баланс. Вот. И мы отслеживаем как баланс по своему состоянию, да, то есть мы стремимся утром проснуться наполненными, вечером заснуть в приятном состоянии, да, поэтому дома важно, какая обстановка, в которой мы засыпаем. Если мы засыпаем измученные, неудовлетворенные, обиженные, злые, да, то за ночь эти состояния никуда не деваются, как мы видим. Поэтому, если мы находимся в таком состоянии, мы знаем, да, нам нужно принять душ, принять ванну с солью, то есть сделать все, чтобы повысить, то есть чтобы снизить вот эти вот, ну, вибрации тяжелые до минимума. Вот, и вот так вот, то есть мы говорим о том, что на уровне медицины, мы же с вами здесь не медицину только изучаем, мы же духовные практики изучаем. Для меня расстановки это духовная, в первую очередь, практика. Но без медицины нам трудно осознать свою духовность. Вначале мы должны изучить все-таки это физическое тело, которым мы себя ассоциируем, да? И мы говорим, что все проблемы с суставами это проблемы на уровне селезенки и печени. Мы должны это объяснить себе, и если мы лечим людей, как-то донести человеку, что автоматически это дает проблемы. Мы знаем, что печень это зрение, да, мы знаем, что ногти это печень, мы знаем, что селезенка, она проявляется по цвету губ, да, мы видим, если у человека там какие-то совершенно бледные губы, у него анемия, у него слабая селезенка, у него слабая кровь, понимаете, у него как бы малокровие. Соответственно, если слабая кровь, это, соответственно, что жидкости везде внутри будет не хватать, так же, как и кислорода. И от этого он будет усыхать потихонечку, человечек, внутри. А вот, и начинаются все эти грыжи и все такое. То есть это уже звоночки о том, что ты зациклился на каком-то уровне. Ты не идешь дальше в трансформацию себя. Ты находишься на уровне каких-то разрушающих вибраций. Твое тело рушится от этого. Вот, и если я так отношусь к себе, как я буду относиться к окружающим людям? Так же. Они тоже будут чувствовать мою отрицательную энергию и чувствовать, что рядом со мной они разрушаются. И это будут разрушающие отношения и т.д. и т.п. Понимаете? Если разрушается мое тело физически, да, будут, а отношения это тоже физический уровень на каком-то этапе в основном. Да, если вы вы не находитесь в духовном партнерстве, вы это точно знаете. Да, то есть, что такое духовное партнерство? Это уже любовь, это уже попытка все-таки принятия и любви. Если вы не находитесь на этом уровне, то вы находитесь в кармических отношениях. А кармические отношения – это тоже выбор, да, какую мы проживаем отношения. Тяжелые или мы все-таки, ну, как сказать, хотим их сгармонизировать, перепрограммировать свою карму мы можем, да? Мы здесь с вами занимаемся, это уровень перепрограммирования кармы. Это не уровень еще Бог, конечно, да, там, где мы, как сказать, в полнейшем принятии. Человек не может из низа совершенно сразу наверх подняться, как бы мы с вами говорили, это невозможно. Но перепрограммировать себя мы можем.
Зачем нам нужна медитация, помыться, то принять все? Мы перепрограммируем себя вначале через образ жизни, дальше начинают мысли. Ага, чуть-чуть это сработало, чуть-чуть мне стало полегче. Ага, я сегодня уже не такой злой, я сегодня не такой депрессивный. Ведь это мы можем взять на ответственность в свои руки. И это нам сразу тело отображает, понимаете? Депрессивность в теле будет как проявляться? В виде напряжения будет или нет? Ну, будет, определенно будет. У нас будут спазмы, у нас будут боли, правильно? Агрессия как будет проявляться? Спазмы, боли, правильно? Вот попробуйте в плохом настроении поесть. Будет ли тошнота? Да будет, конечно. И рвота может даже, да, вот, ну, быть, если внутри спазм напряжения, да? То же самое с позвоночником. Ну, вот и суставы поехали. Если у нас вводный этот режим внутри нарушается, да? Если мы недостаточно едим свежей пищи, все, у нас будут проблемы с суставами. Вот, поэтому нам важно понимать, какая еда. И вот мы, по сути, с вами подагра, да, вот все эти воспалительные проблемы с суставом, это больная печень, это нездоровая кровь. Поэтому мы должны здесь поговорить с человеком о питании. Вот я прихожу к человеку, но я сейчас уже говорю, не хожу, не работаю с людьми, только ну, вот онлайн у меня осталось. Я говорю, что вы кушаете? Я питаюсь идеально. И вот он мне рассказывает, что на ночь он всегда ест творожок. Человек после инсульта, у него проблемы с печенью, на ночь творожок питается, потому что он считает, что это полезно. И в нашем сознании есть, да, что творожок это полезно. И мы видим, он такой мягенький. Ну, казалось бы, да, типа съел на ночь, он не переваривается, понимаете? В аюрведе мы четко это понимаем, и она нам говорит, это продукты капхи, они слизистообразующие, авокадо, банан, творог, йогурты, орехи, семечки. Мы их на ночь не едим. Ну, я не знаю, как вы, но я когда в школе училась, когда там бывает, ну, сырок, йогурт и бананчик, это любимая еда была на вечер, согласитесь, да? Казалось, что ты типа что-то делаешь полезно, а оказывается, что не полезно. Когда ребенок болеет, ты думаешь, ну он же ничего не будет есть. Ну что, ну бананчик и йогурт, правильно? Абсолютно же нельзя есть, когда болеем, бананчик и йогурт. Мы же этого просто не знаем, да, что когда капха, период слизи наступает, слизь надо из рациона убрать. Это надо знать, согласитесь. Вот. Вот, ну, это в аюрведе мы это знаем. В китайской медицине там вообще еда такая же. Говорю, здесь про еду как бы мало чего. Китайская медицина, все доктора, у которых я училась, они все равно все берут из аюрведы по питанию, потому что мы и Китай питаемся настолько по-разному, что мы с вами не сможем этих лягушек есть просто с червяками. Это не наше питание вообще. Поэтому подагра, все боли, воспаление. Если воспалительный процесс на кости, это не справились почки. Если воспалительный процесс в суставе, это не справилась печень. Вот если концептуально, это выглядит так. Но в целом мы смотрим на питание, на наше, мы смотрим, как правило, что такое все эти подагры, все это подавленная агрессия. Понимаете, нездоровая кровь – это агрессия. Понимаете, это вспышки вот эти, да, наши внутренние. Но мы так устроены, если нам что-то не устраивает, у нас будет внутри огонь вспыхивать? Будет, да? Но мы же не всегда можем его проявить. Нам иногда страшно этот огонь выпустить. Мы уже знаем, что если мы будем позволять себе этот огонь выпускать, мы все сожжем вокруг. Понимаете? Мы разрушим ребенка, мы разрушим отношения. Мы начинаем это все подавлять. Это начинает все проецироваться, вылазить на нашем теле. Ну и вот дальше вот все эти проблемы, артрозы, это все. То есть нам, почему мы говорим в йоге, вот все, кто ходят на йогу утром в субботу, вы молодцы, да? Все, кто не ходят, вы потенциальные тоже молодцы, вы хотите, я знаю, просто вы еще не можете. Работа с суставами, понимаете? То есть это укрепляет и развивает нашу селезенку, вот эти все суставные. То есть не надо становиться на голову. Йога – это благоприятное ощущение внутри, это гармония. Это не... Вы можете одну асану сделать из йоги, которая будет стабилизировать вас и улучшать. Это просто стоять в позе дерева на одной ноге. Этого достаточно. Но если вы будете делать это 2 раза в день и каждый день, этого уже достаточно. Все, вот так мы коротко прошлись, вспомнили предыдущую лекцию и записали. И сейчас мы переходим к практике. Я вам предлагаю сегодня сделать такую практику.
Мы поговорили о кости, суставы. Я хочу, чтобы у вас вот закрепилась вот эта связка, то есть что состояние костей полностью зависит от состояния моих почек. Соответственно, сегодня я вам предлагаю поисследовать состояние и связь моих почек и моих костей. Кости – это опоры, почки – это поддержание внутренней опоры. Поэтому давайте сделаем кому-то сейчас первичную работу, кто хочет поработать с этим. Проявить состояние костей, проявить состояние почек. Кто первый? Оля. Оля, выбирай, кто будет носителем о состоянии твоих костей и кто будет носителем о состоянии твоих почек. Что мы всегда видим в такой связке? Нам важно проявить, да? Мы как бы включаем эти вибрации, понимаете? Вот где наше внимание, там энергия. То есть я, когда училась в аспирантуре по философии, мы там изучали эти трактаты Аристотеля и Платона, меня это просто поразило, да, что в этих школах они говорили о том, что перед тем, как стать каким-то выдающимся там математиком или вообще кем-то, ты вначале должен быть целителем для самого себя. Понимаете? А мы вначале хотим быть выдающимися математиками, а потом уже доверять свое здоровье кому-то. А теперь вот среди нас есть люди, которые лечат других. Вот скажите, вы в состоянии вылечить всех тех, кто к вам приходит, вот по-честному? Вот я, этот вопрос, по сути, я, ну как, вот кто хотите ответить. Вот доктора. Вот к вам приходят люди, да, там вы лечите людей. Вот вы чувствуете, что вы в состоянии их всех вылечить? Ну, раньше, если брать по мне, да, я лечила состояние спасателя, наверное, и сейчас я приду, водителям мешаю, и хотела спасти того, приходила додому вся без енергії, Вообще, зніможена, конечно. ну, да. А сейчас, коли я розказую своїм пацієнтам, що вони самі собі можуть допомогти, а я тільки направляю їх, да? То є, ну, зовсім по-другому, Ти звісно, тому що перестала я вже не разрушаться, ти спасатель. перестала разрушать свою сім'ю, правильно? Можна Звісно, я так скажу, звісно. що коли ти була спасателем, ти розрушала себе і розрушала свою сім'ю. Коли ти це поняла, ти стала наповняти себе і свою сім'ю. І так правильно. Понимаете? Так правильно, тому що в цьому опыті к нам приходить розуміння, що ми все робимо через себе. Это вот тот ответ, Таня, тебе на вопрос, как тебе помочь своему сыну, только через себя. У тебя другого выхода вообще как бы и нет. Ни один доктор не может помочь твоему ребенку, только ты это можешь сделать. И у тебя есть для этого все. Потому что самое важное в этом всем – это воля. Да, ты, Наташа, как доктор, что ты делаешь? Ты укрепляешь веру в себя человека, правильно? Все. Ты это можешь Ну, сделать, если ты не веришь в себя? багатьом зараз це не подобається, коли ти на них, тому що всі хочуть пілюлі, яка все і злічить. Але коли ти працюєш і люди чують, таке дзвонять через день, а може мені нічого не треба приймати, бо в мене вже все пройшло. А, конечно. Поэтому... Ну, у тебя ж на двері, наверное, написано, да, що я не собираюсь вам нравиться. Мало того, Да. люди могут к нам стремиться, как бы лететь, ну, условно, да, на наш свет, даже если мы им не нравимся. Я вам даже больше скажу, знаете, я раньше не понимала эти слова Садхгуру, что не сравнивайте меня с собой, не хотите, и не надо быть, стараться на меня похожим. До меня эти слова дошли. Учителя, которые хотят, чтобы на них были люди похожи, делают нехорошую вещь для своих учеников. Я вот, например, не хочу, чтобы вы были на кого-то из нас похожими или старались быть похожими. Это неправильно. Понимаете? Потому что каждый из вас должен раскрыть себя, а не прожить какой-то образ там Ирины Германовны или какой-то там Даши. Но я сейчас не говорю это с точки зрения обесценивания. Я это веду к тому, что оказывается, Наташа, как доктор, не должна даже нравиться своим пациентам.
но при этом они могут ее любить. Ну, грубо говоря, и видеть ее. Понимаете? Есть же такое, да? Что прям, ну, нет такой какой-то взаимной любви, прям там и симпатии, а процесс идет, и это нормально. Просто что у доктора, да, там, или у человека, к которому человек приходит за помощью, самое главное, должно хватить принятия, в первую очередь, того, что с человеком происходит. Вот как бы вот так вот. Поэтому не бойтесь, если вас не любят. Это нормально. Вы сами себя не любите. Вы сами не любите с тех, с кем вы живете очень часто. Чего вас другие должны любить? Вот скажите мне, пожалуйста. Ну да, ну правильно это я рассуждаю. Но это я вот вам передаю внутренний диалог с собой. Я думаю, и до меня это как бы вот и доходя, да? Но если я не буду любить, почему меня должны любить? Ну как это так? Это же ненормально. Понимаете? Так, Оль, выбирай, кто будет почками, кто будет костями. Ну, носителем информации. Лен, информация моих Так, Лена будет подойти. состоянием, носителем информации о твоих костях, правильно? Да, Костя. И Наталья Сира, будьте на связи или нет, Наташа Сира? Или она не Сейчас ходит? включусь. Сейчас. Давай, давай. Перед вами сижу, пью магний, кстати. Я тоже только что Реклама выпила. магния. Наташа, побудьте, пожалуйста, в состоянии моих почек. Да, так я называю. Так, Натали, зайдам, тогда давай ты будешь вести работу. Значит, Лена Соу в состоянии у костях, Наталья Сира в состоянии у почков. Работу делаем для Оли. Натали, ты можешь работу вести сейчас? Тут я на кухні, мені места, що сьогодні нема, всі зайняті, то говорить. Тебе неудобно, да? Давай, давай, хорошо. Тогда кто проведет? Казакова, Наташа, Марина. Даша, у меня живот сильно болит, я чисто не в этом. Хорошо, идем дальше. Кто Не, может? не в настрое. Хорошо. Марина. Марина пошла пить магний, хорошо. Давайте, как себя чувствуют кости? Я как-то не могу понять, но вот сначала у меня было такое состояние, что я как на шарнирах вся, как вроде вот такая вся. Как вот в детстве у нас игрушка деревянная была, у нее Ну, то такое, есть ручки, какая-то ножки. такая слишком разболтанная, да, какая-то. Да, а сейчас как у меня такое, вот как у меня позвоночник как скручивается, как мне хочется вот так скрутиться. По ощущениям вот как-то... Видеть я никого не вижу, мне не интересно, и ну вот я вся вот как-то вот сейчас я скручиваюсь, и мне как-то вот я на этом сосредоточена, мне это неприятно, мне это как-то. Ну давайте чисто вот что мы видим, что происходит с костями, с опорной Ну, системой, скручивается. что она Ну как? в Ну как у напряжении находится, как... У Говори, меня меня прям прям глаза нажимает. не открываются. Я прям глаза не могу открыть. Почему? Но глаза это тоже, это проекция и печени, и почек. Прям Глаза. я не могу открыть глаза. То есть мы видим, что опорно-двигательная система, она находится в состоянии какого-то неведения и отсутствия какой-то все-таки, ну, опоры, она как будто бы скручивается, она как будто бы прячется, да, или что-то она делает. А тебе это о чем, Оля?
Может, система рода сходит? Ну, у меня, во-первых, у меня действительно кифоз. Я, ну, как бы, Вот, в этом смотри, состоянии. транслирует вот это вот так. Ну и, наверное, про мое состояние, ну, как сказать, спрятаться всегда. Мне легче Желание спрятаться, чем... спрятаться. Так, есть такое. Хорошо. Так, как себя чувствуют почки? Давайте послушаем почки. Вначале, когда назначили, у меня был такой какой-то привкус, такой медный привкус во рту. Медный — это И... металл, это легкие, да? То есть привкус металла во рту мы помним, да? Это легкие, это дисфункция легких. Почки с легкими мы помним, это они же связаны, помните? Вот эта вот связочка, да? И еще было такое вот ощущение, что губы сухие, как будто бы воды не хватает. Но нету Сегмент. желания вот именно их там облизать, вот просто такое чувство, что сухие Лексика. губы. Вот этот привкус во рту и сухие губы. А потом я стала почему-то рисовать ромбик. Вот сижу, и мне вот надо именно его рисовать. Ромбик. Хорошо, Оля, вот о чем ты сейчас услышала? Что это для тебя? Ну, губы, я так понимаю, это же селезенка, да, Да, губы — сухая. это селезенка. Ну что, у меня сухая селезенка, и что легкие тоже в дисфункции. Меня же части легкого одного нет, ну там какую-то часть правого немножко нет его, поэтому. Вот. Ну, они у меня, в принципе, как бы с ними надо работать. То есть что мы увидели? Что опорно-двигательная система, она отображает Олина состояние реальное, да? То есть которое у нее, в принципе, есть. То есть вот это сколиоз. Вот. А почки транслируют дисфункцию и селезенки, да? И легких. Ну, то есть я сейчас хочу, чтобы вы увидели, да, мы выводим это по отдельности, чтобы это как прояснить себе, да, то есть чтобы наполнить эти элементы вниманием. Просто практика показывает, что когда мы обращаем внимание на эту систему, она как будто бы выравнивается, понимаете, она как будто бы наполняется какой-то энергией. Да? Олечка, я тебе Я сейчас... еще хочу Давай. добавить, и, может, это важно. То есть у меня такая тяжелая голова, что я ее держать не могу. Мне надо руками ее держать. Вот она свешивается, и мне надо держать ее руками. Она сама по себе, ну, не может. Ее надо держать. Голова как Это... именно как голова или как Да, вот мозг, как... как голова, да? Нет, вот, ну, вот как орган, как вот, ну... И вот как на черепе она никак не может как удержаться, она падает, ее надо держать, иначе она упадет. Вот давайте мы предположим, о чем это может говорить, если Оля скажет, о чем это для нее, а вы вот уже, да, как расстановщики гипотетически, то есть что мы видим? Ну, это, наверное, какие-то мысли, ну, ум слишком много мною рулит. Да, рулит, но у него могут быть как приятные программы, так и тяжелые. Вот о каких А, ну, программах тут в идет голове речь? тяжелая программа. Тяжелые программы. Она как не тяжелая, как ее Шея шея не держит. Вот она как не, не она держит. голова как голова. А просто что вот она не может, вот эта, ну, шея не может ее удержать. Как вот А, этой, то есть... ну, опоры вот этой нет, на чем держится. А кто сейчас вспомнит, вот шея — это проекция чего? Эти, мочевой, Да, мочевая система. там мочеполовая система. Шея — это мочеполовая система сзади. Вот, уже ближе вот здесь сбоку шея, это уже будет толстый кишечник и желудок. То есть вот я вам настоятельно рекомендую, если вас интересует диагностика правильная, постоянно смотрите вот этот фильм по меридианам, вы будете это понимать. Что шея вот здесь вот боли, это переходящая в плечо, это толстый кишечник. Боль в плече — это толстый кишечник. А шея, боль сзади — это почки и мочевой пузырь. Понимаете?
И вот представьте, у нас пришел человек, у него шея болит. Мы будем шею мять, им будет только хуже. Надо, ой, боже, какая собачка прохорошила. Животные просто так не приходят. Оля, помнишь, твои работы всегда, или коты твои активизируются, тут вон собаки уже побежали, какая-то другая энергия поднялась. И Олю что-то там подвисло, оно у нас. Так, пока мы вот это все озвучили, Лена, что у тебя поменялось? Ну, мне как немножко легче держать ее, как она немножко, ну, прилепилась, как немножко может держаться. Но глаза открывать я не хочу, смотреть не хочу, и ее все равно держать надо. Ну, тут мы можем задать Оле вопрос. Оля, на что ты не хочешь смотреть в своей жизни? Если Оля хочет ответить, она отвечает. Если Оля не хочет, мы сейчас не уходим в большую работу, она просто может сказать, да, я знаю, есть что-то, на что я не могу сейчас там смотреть. Можешь это озвучить? Или не хочу, нет сил там, да, или как? Ну, мне кажется, насколько я в работе, мне кажется, что я, ну, в принципе, не хочу на жизнь смотреть. Скажи. Ну, я вижу, что не вижу жизни, Я не скажем хочу так. смотреть на жизнь. Ты видишь, что я не хочу? Я говорю этому Да. да. Я говорю этому да. Скажи этому да. Я опусти голову. Я Когда мы вижу, что идем, понимаете, не когда мы хочу. идем на принятие, когда мы опускаем голову вниз, вы уже будете хорошими расстановщиками. Вы как бы завершаете этот процесс. Когда вы человеку просите поклониться этому, вы как бы закрываете его энергетически, и вы можете ему помочь хотя бы временно этот процесс завершить. Понимаете, почему важно вообще и делать какие-то наклонные упражнения? Вы таким образом энергетически что-то завершаете. Вы даете голове опуститься вниз над сердцем, то сердце это более принимающий орган. Он может помочь это все, как бы, этот процесс выровнять, стабилизировать и его сбалансировать. У Даже меня еще, знаешь, давай. идет еще, что я когда опустила голову, я поняла, что я не хочу смотреть на себя. Вот и хорошо, вот и молодец. А вот и скажи, что я пока Я не хочу смотреть, пока не хочу смотреть я на себя. говорю этому да, прими этот Я факт, говорю что ты этому не да. можешь на себя смотреть. И опять Да. уходи в поклон. Вот Я зачем мы говорю. с вами выводим эту информацию, понимаете? Вот идет сейчас работа. У меня сейчас прям пошло такое, типа, знаешь, как будто тошноты много, будто бы, знаешь, ну, вот Отлично, принимай эту тошноту. поднимается. Нам не надо Ну, это... она не явная, но я прям вижу, как будто вот тут стоит все, оно вот Стоит как все. будто его идет, да. Ну, стоит, да. Хорошо. Олечка, я тебя попрошу, ты прям встань сейчас, вот встань, да, и прям такой хороший наклон, поклон прям сделай, чтобы ты почувствовала, что разум ушел вот, а сердце поднялось. О, отлично. Я еще О. хочу сказать, что я очень сильно зеваю, и я как засыпаю. Ну, иногда, может, надо и поспать хорошо, знаете, чтобы перезагрузиться. Стой, 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 Оля, стой. Что с почками происходит, когда Оля так стоит, Наташа? Ну, я уже ходила, воду пила, мне вот это пить, пить, мне хочется жидкости. И когда вот тут разговоры, то я языком так зубы перебираю. Почему-то мне надо так делать. Да. Кстати, есть, ну, замечательное упражнение тоже, да, для снятия стресса, это стучать зубами. Вот люди, которые склонны к спазмам, паническим атакам. Это из китайской медицины упражнение, вот это стучание зубами, это укрепляет зубы, снимает стресс, расслабляет голову. Ну, отлично, то есть мы видим, что нарушение водного баланса, да, то есть желание побольше Пить. пить, Оля.
Ну, понятно, мы не на ночь напиваемся, но если очень хочется, то можно и на ночь, ну, горяченькую такую воду, знаете, чтобы именно вот как напиться. Напиться можно только горячей водой, на самом деле. Ну, то есть, если мы хотим пить, это значит, ну, как бы почки любят только горячую воду. Только сидя, да? Что с позвоночником в этот, что с опорно-двигательной системой? Я как вообще заснула, я как заснула. Улечка, Я поднимайся. где-то слышу. Потихоньку поднимайся. Как ты сейчас себя чувствуешь? Ну, я, когда надо поспать, я сегодня жутко не выспалась, я вчера нанервничалась, и я, в принципе, у меня такое ощущение, что я не высыпаюсь, я как бы сама себе, ну, как бы, ну, у меня есть, что надо вставать рано. И все. Я себя, ну, встаю рано, но я понимаю, что не всегда я досыпаю то, что... Хотя я ложусь рано. Ну, как бы, я, в принципе, в 11 ложусь спать. Но бывают Ну, в такие вот дни, 11 когда... это не рано. Рано это в 8. Нормально ложиться в 9:30, через 2 минуты. Я вот к этому стремлюсь, честно. Я надеюсь, что у нас так выстроится график. Мне бы тоже хотелось уже в 10 засыпать, вам скажу честно. Ну, бывает, я просто настолько уставшая, что я вырубаюсь и в 9, и в 8. Не в 8, а в 10. Бывают, ну, такие дни, когда я уже просто на этом. Но я к тому, что я понимаю это состояние поспать сейчас. У меня прям вот Оля, я тебе не предлагаю здесь шибко. поблагодарить, да? Понимаете, в расстановках это не всегда какой-то хэппи-энд и зе-энд какой-то, да? Мы выявили процесс, мы направили туда внимание, мы с вами понимаем, что мы делаем, да? То есть мы стабилизируем систему путем маленьких шагов. И сейчас вы поделитесь на группы и вот так вот в тройках поработаете. Я вас, да, пожалуйста, Олечка, поблагодари, да. Благодарю, девочки, Даша, благодарю за Да, работу. вот. И сейчас, пожалуйста, давайте вот на каждую работу, чтобы мы не затягивали, ну вот 5 минут, то есть чтобы за 15 минут вы для каждого сделали работу. Засекайте, пожалуйста, таймер. То есть ставим, выявляем систему, слушаем, что она говорит, говорим, что это для меня значит, да, и уходим в поклон. Лучше такой глубокий поклон все-таки, друзья. Лучше поняли, то есть чтобы ваше эго склонялось над сердцем. То есть таким образом вы делаете йогу завершающий процесс. Поняли? Все, мы делимся сейчас с вами на залы. Я надеюсь, что вы все, кто есть, вы все можете работать. Если кто-то не может, то тогда это самое. Это всегда напоминает, как в фильмах «Венчание», да? Если кто-то против, скажите или молчите вечно. Далеко. Так, Наташа Казакова, ты можешь работать? Ты просто говоришь, ты нехорошо себя чувствуешь. Надо для нее поработать. Да, могу, я уже выпила таблетку, у меня прошло. У меня прям такой спазм был в А животе, чего? сейчас А легче. что такое? Я думаю, знаешь, что я не удержалась, я съела гронку винограда. Это 100% от винограда. Он просто такой Кстати, сладкий был. на вот такие случаи я вот очень люблю гомеопатию. Я вам рекомендую сюда иметь вот этот Арсеникум альбум, пульсатила и этот нуксвомика. Это просто потрясающе. Если у вас есть дети, тем более, да, с едой, ну, бывает мое такое чего-то. Арсеникум альбум убирает спазмы в животе очень хорошо. Нуксвомика убирает тошноту и спазмы, в принципе, любого характера. Пульсатила очень женская такая гомеопатия, которая вообще уравновешивает психику, убирает кашель. Вот этот, знаете, застойный кашель после того, что вы переболели. А То есть скинешь ли туда нам тоже в группу эти препараты, я пожалуйста, сбрасывала, да, я покажи. еще раз брошу. Хорошо. Да, я вроде как такое не слышала эти названия. Хорошо. Я сбрасывала, может, не, все может, кроме пульсатила. Так, хорошо. Сейчас. Я просто очень люблю виноград, но у меня периодически от него бывает. Не, ну слушай, виноград на ночь, конечно, мы не едим. Это Да очень, я это очень. знаю, да, вредно. Ну, Не, очень послушай, захотелось. не то чтобы вредно. Это считается продукт огня.
И если ты его съешь в период огня, когда солнце стоит, он лучше усвоится, чем когда ты его съела вечером. Вот и все. То есть я это все проходила через себя. В принципе, я помню, что у меня был период, когда я не могла ничего такого есть. Потому что... Так. Ну вот я уже поняла, что вечером не могу. Я уже сходила 3 раза, извините за подробности, в туалет уже. Я поняла все, ну как бы да. Так, все, я открываю залы. Пожалуйста, поработайте на каждого по 5 минут. Через 20 минут возвращаемся. Что я вам хочу сказать, что системе обучения, да, мы вначале изучаем это все еще раз. Просто хочу, чтобы вы это как пропитались этим. Мы изучаем все по отдельности именно для того, чтобы в дальнейшем это, знаете, как бусинки осознать вот это единство, да, вот, я не знаю, вот вы, я вам рекомендую носить какие-то четки на себе, вот что-то, да, то есть ну, я с вами поделюсь, да, какие камни, кристаллы, как с ними работать, ну, всему свое время. Камни — это тоже очень-очень мощная живая такая энергия, которая нам помогает трансформироваться, быть устойчивыми, очищаться. Вот. Поэтому как бы главное потихоньку двигаться вперед всему свое время. Вот. И самое главное, да, мне хочется, чтобы это вас это как бы понимание этого, чтобы оно вас воодушевляло. Все мы меняем только через себя. Только через себя. Не думайте, что нам нужно влиять как-то на других людей, на детей, на мужа. Только через себя. Мы должны быть в таком состоянии, чтобы люди хотели с нами общаться, понимаете? Тем более, если у вас такая профессия, что вы помогаете другим людям. Только вы, только через себя работать, только с собой работать. Я на первом месте, мои практики на первом месте. Это правильно, это не эгоистично. Так, это порядок мироустройства, понимаете? Почему? Потому что основная энергия, источник находится внутри. И чтобы с вот этим внутри меня соединиться, мне нужно подняться к себе. Мое высшее я не опустится ко мне. Я к нему иду. Не оно ко мне, понимаете? А я туда иду. Но когда я смотрю все время вниз, только на бытовые проблемы и на тяжелую энергию туда ухожу, я не могу подняться никуда. А чтобы подняться, это только внутренняя практика. Нет практики. Определитесь, хоть что-то делайте, но каждый день. Каждое утро и каждый вечер у вас должна быть какая-то практика. Хотя бы дыхание. Хотя бы мантры. Хотя бы. Это должно быть не менее 10 минут. Не менее 10 минут. То есть тонкие практики. И хотя бы минут 10 вы занимаетесь телом. То есть 20 минут утром получается и 20 минут вечером. Если этого нет, не будет результата. Только пить одни травы, этого мало. Понимаете? А дальше я вам буду еще какие-то вещи рассказывать. Вы будете думать, бог ты мой, лучше бы я с ней не связывалась. Знаете, как с вами связаться? Со мной лучше не связываться, потому что чем больше, как говорится, в лес, тем толще партизаны. Боже, я ж жил себе, горя не знал. Только надо было правильно питаться и травы нормальные купить. Все, с чего начиналось? А тут начинается. То делай 10 минут, 20, потом еще, не дай бог, скажет, по часу каждый день вот это делаешь. Шо ты? Куда ты, Даша? Ну, и делюсь с вами, как оно работает. Мне хочется, чтобы я была максимально собой. Мне хочется, чтобы я расцвела и раскрылась в этой жизни. Я вам этого желаю, я уверена. Не то, что уверена. Я знаю, да, как это делать.
И делюсь с вами этой практикой, вы берете, делаете, и у вас это тоже будет. Все. Спокойной ночи. Хорошего вам сна. Вы все можете, все внутри вас. У вас уже многое есть для того, чтобы вы, так сказать, трансформировались при жизни. И трансформировали все вокруг себя, своих мам, пап, мужей, детей. Это происходит автоматически. Вам даже думать об этом не надо. Автоматически это все происходит. Все, друзья. Благословения вам, процветания. Дякую. Да, пишите, Дякую. звоните. Будьте Гарно. спокойны. Будьте спокойны. Спокойный ум – это как бы тоже такой дар. Или что-то хотите еще сказать, или все уже? Нет, просто благодарность за пространство, за знание, за место, за такую прекрасную группу. Спокойных снов. Спокойных снов. Спокойной ночи. До встречи. До встречи.